Что, не получается? Первый командный фунт со Стефаном. Василий Белошинский открывает счет на первой минуте. 1-0 впереди Симфартова. Вот в эту сторону тебе не видно. Добыл и все, пусть она стоит. Можно. Угу. Что, профиль поменял? Да. Разработчик. Могу покрасить. Вот мяча. Наклоняемся передо мной. Это, да, блядь, достиг уровня, блядь, на коленях ходит передо мной. Если бы еще вчерашние донецкие ползали, я был бы счастлив. На третьей минуте Саламахин Владимир делает счет 2-0 в пользу команды System Farm. Василий Белошинский делает счет 3-0 на четвертой минуте встречи и оформляет дубль. Вот сестра, ребят, вот сестра.
Нужны фол-голоса. По одному фолу у обеих команд. На 7-й минуте матча счет становится 4-0 в пользу команды System Pharma. Олег Романчук забивает этот мяч и тайм-аут для команды Галаса. Большой корпоратив футболистов Галаса, и с новыми силами они готовы отправлять мяч в аут. Сразу понятно, за кого болеет организатор этого турнира. Здесь. Вот, вот, вот.
Василий Белошицкий оформляет хет-трик на 9-й минуте матча, и счет становится 5-0. Отложенный фол Галаса. Третий команд. Третий командный фол Галаса. Второй командный фол System Pharma. Да я и так могу. Я могу совмещать. А слышно, звонил уже Индия? На мой. Я думаю, ты послышала. Давай, давай! 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 Давай, давай!
Третий командный фол в систем фарма, по три фола у обеих команд. Минута. Да. А можешь включить? Фамилию скажите забивший, пожалуйста. Это не 11. Фамилию забивший. Пасечник. На 16 минуте первого тайма Алексей Пасечник делает счет 6-0 в пользу команд Тистем Фарма. Четвертый командный фол систем фарма. Куда оно пошло? Рыжий! Помахайте ручкой! Такой же за линией. За линией был. На 18-й минуте матча первый мяч за Галаса забивает Кирилл Митяев. Нет, арбитр просто так не ставит. Четвертый командный фол у команды Галаса и 4 у систем фармы. Да любой, кто под рукой. Мелиссу достану, давай, Мелиссу. Давай, давай. Сахара сколько? Полторы. Сделай мне, пожалуйста, чай. Какой?
Галасса, пятый командный фол. Вика, Вик, а нигде ничего? От трех лоза папа. Нигде ничего? Сейчас! Хорошо. Виноградник? Вот это? Вот это? Да. Только да.